And then we're ready to introduce the next speaker. Will there be a... So we're happy to introduce Alexei Nedviga from the Rodina Film Center with the intriguing title, I think, Distribution is Not a Toy. So we look forward to hearing it. Welcome. Добрый день, я всех приветствую. Очень рад находиться в этом собрании профессионалов, занимающихся моим любимым видом искусства, наверное, документальным, неигровым кино. И возвращаясь к словам, сказанным вчера вот коллегой из Швеции, ну, возможно ли чудо или сказка вот, в применении к неигровому кино? Конечно, возможно, потому что сама жизнь – это чудо и сказка. Вот, и отражение этой жизни в неигровом кино – это огромная, огромная заслуга человечества, той части человечества, которая занимается этим искусством. И надо сказать, что, на мой взгляд, неигровое кино играет огромную роль, совсем не в коммерческом разрезе, не в коммерческой работе, не в зарабатывании денег, а оно играет огромнейшую роль в делании человека. Это колоссальный инструмент развития, воздействия и развития. Можно, конечно, спорить, и профессионалы, искусствоведы, там, киноведы часто на эту тему спорят. Ну, должно ли кино воспитывать, там, должно ли кино обучать. Там. Я не буду сейчас об этом даже говорить, и мы не будем углубляться. Но то, что это инструмент развития, помогающий человеку охватить весь мир, и весь мир не только вокруг него, но и внутри него понять самого себя и ближнего своего, это, ну, переоценить невозможно значение. Я не буду уже говорить о том, что неигровое кино сыграло огромную роль с нашим советским могучим кино игровым, когда в 60-е годы просто видоизменило само кино, появилась эта новая волна советская, кинооттепели, где практически в каждом фильме были применены приемы неигрового кино, и скрытая камера, и интервью, и бог знает что, и какие-то даже инсценировки документального фильма. Все это создало и дало, придало кино больше правдивости, больше достоверности. Я хочу сказать, что я влюблен в неигровое кино. Хотя по образованию, по первоначальному, я инженер-строитель. Но киноклубы, благодаря киноклубам, которые в свое время были развиты в Советском Союзе, охватывали множество городов, как Российской Федерации, так и в союзных республиках. А я жил тогда в Украине, в Запорожье, это индустриальный центр. И вот киноклуб запорожский меня просто перевернул. Благодаря этим показам, благодаря тем людям, которые занимались этим клубом, я благодарен им буду всю жизнь свою. Впоследствии стал журналистом, работал на радио и регулярно посещал в 90-е годы, когда уже Союз развалился, «Молодость», киевскую фестиваль и «Послание к человеку» в Петербурге, в Ленинграде, в Петербурге. И глядя как бы на эти программы, и конкурсные, и специальные программы ретроспектив выдающихся мастеров документалистики, я просто, ну, обливался слезами, образно говоря, как это все показать, ну, зрителям широкому, как это сделать. Я не понимал, как тогда, в 90-е годы, прокат практически умирал уже, обычный прокат игровой, его практически не было тогда. Казалось, что все видеомагнитофоны, больше ничего не нужно.
Вот, но я какие-то делал репортажи и старался, в общем-то, пропагандировать то, что происходит в документальном, в неигровом кино. Вернувшись из Украины в Петербург, я занимался, вошел как бы вот в такое движение, в общем-то, общественное, как музей кино Санкт-Петербурга. Вы не поверите, но вот эта группа людей, она, по сути дела, вот в этом вакууме, который существовал в прокате вот в конце 90-х, в начале нулевых, создала вот те программы, о которых я сегодня вот слышу. Многие рассказывают, ну, сегодня, вчера, какие-то ретроспективы классики зарубежной, европейской, американской, советской. Мы создали программу «Киноэнциклопедия», которая еженедельно в киноцентре «Родина», в Доме кино показывала, ну, какие-то свои программы, небольшие, один-два фильма, вот, с небольшими вступительными лекциями, вот, с общением после сеансов обязательным, конечно же. Вот. Для меня вообще кино как искусство возможно только в зале, на большом экране. Я до сих пор не могу понять, как можно кино смотреть на экране монитора, телевизора и всевозможные онлайн там просмотры, фестивали. Наверное, да, наверное, время меняется, и как бы нужно принимать вот эти новые формы. Но я все-таки остаюсь приверженцем классического кинопросмотра, киносеанса, в момент которого и только в момент которого возникает вот это произведение искусства. Когда гаснет свет, когда луч проектора на экране материализует некий мир, который возник первоначально в голове автора, режиссера, сценариста, целой группы людей, которые занимаются кино, как правило. В общем, так случилось, что совершенно неожиданно в 2012 году мне поступило предложение от Государственного кинотеатра «Родина» занять место программного директора в этом киноцентре. Я об этом мечтать даже не мог. Просто мечтать. Случилось чудо неимоверное просто. Я уже работал к этому времени на студии «Леннаучфильм» и занимался научно-популярным кино. Я был и редактором, и вторым режиссером, и сценаристом, и директором съемочной группы. Я прошел весь кинопроцесс от создания заявки и до сдачи фильма в Госфильмофонд. Понимаю, чего это стоит, каких средств, каких усилий и какие люди всем этим занимаются. Я также увидел и дирекцию студии, администрацию. Каковы эти люди и как они этим занимаются. В общем, к 2012 году я, что называется, созрел для того, чтобы вот, заняться репертуаром и программами Государственного киноцентра «Родина», который находится вот здесь, совсем недалеко, можно сказать. Поэтому я не буду демонстрировать его фотографии, фасада, интерьеров. Вы можете завтра, хоть сегодня прийти и, кстати, посмотреть там программы «Послание к человеку», которые у нас регулярно, я надеюсь, ну, в общем-то, проходит. Начиная с 90-х годов, кинотеатр «Дом кино», который над нами находится на 4-м этаже, и мы, в общем-то, регулярно показываем эти программы. И к фестивалю «Послание к человеку» имеем самое прямое отношение. Извините. Вот. Ну, что касается работы. Конечно же, в репертуаре кинотеатра, когда я пришел, ни о каком документальном, ни игровом кино речи не было. Моя задача была сделать так, чтобы неигровое кино стало регулярным.
Мало было просто заниматься рекламой, организовать какой-то единичный показ, пускай даже он будет регулярный, раз в месяц или раз в неделю. В общем, для этого нужна была бы команда какая-то, специальных людей. Вот. Естественно, финансирование, которого, конечно же, у нас не было. Я обратился к дистрибьюции. Что могли предложить несколько десятков к тому времени работавших на рынке, на кинопрокатном рынке компаний в России? Практически ничего. Я помню, в 2012 году появился полнометражный фильм Марина Абрамович в присутствии художника. Я, конечно же, за него ухватился. И он шел у нас в киноцентре 3 месяца. 3 месяца. Я прокатывал его. Представляете? То есть это не один сеанс, не 2 сеанса, не даже не неделя, а 3 месяца. Я специально выписал для себя несколько запомнившихся документальных картин полнометражных, которые шли в прокате. И поначалу начал выписывать сборы, количество людей, потом понял, что это не то. Не то. И вот в ходе этого обсуждения, вчерашнего, сегодняшнего, я понял, что деньги и неигровое кино, неигровое кино не должно оцениваться сборами, количеством средств собранных. Зритель, кстати, совсем не глуп. Совсем не глуп. Он как-то легко определяет и разбирается, стоит ему смотреть это кино или не стоит. Скажем, фильм «Самсара» Рона Фрики в 2014 году шел у нас 7 месяцев. 7 месяцев. Но это полнометражный, очень серьезный, и технически серьезный, и философский, глубокий фильм. Значит, зрителю нужно это. Зритель хочет этих переживаний, он ищет какой-то разговор вдумчивый и очень серьезный, направленный к нему с экрана. Пусть даже в фильме нет слов, нет текста. Есть музыка, есть изображение. То есть первичные данные или первичные исходные данные для кино, изображение. К сожалению, не намного кинопрокат наш, то есть дистрибьюторские компании в этом отношении продвинулись с 2012 года. Очень не намного. Хотя появились ряд компаний, которые, может быть, с более желаемой частой, что ли, регулярностью, предлагают документальное кино, неигровые фильмы. Но, опять же, у них есть определенная такая направленность. То есть, как правило, это фильмы о каких-то звездах. О людях с именем. И читая какие-нибудь откровения продюсеров из западных и отечественных, встречаешь такие фразы, что мне бы хотелось, чтобы в моем фильме было имя, была звезда. Иного они себе не представляют почему-то. Они не представляют, что фильм можно сделать о духовном переживании, об отношении двух близких людей, или не очень близких, а случайно сведенных обстоятельствами или судьбой вместе. То есть жанр фильма, я его называю антропологическим кино, созданный человеком, который переосмысливает свой опыт жизненный теми техническими ресурсами, которые он имеет. Может быть, они не особенно современные, не особенно мощные, может быть. Это, может быть, вообще документальные какие-то любительские, семейные архивы на 8 миллиметров или 16 миллиметров сняты когда-то, может быть, его отцом или дедушкой, бабушкой. Теперь он вдруг его нашел, наткнулся, увидел случайно, у него кинопроектор сохранился, и вдруг решил, что он сейчас создаст тут историю семьи своей, своих предков, монтирует, и получается шедевр. И кстати, я хочу сказать,
один из немногих шедевров, попавших в прокат в недавнее время. Американский фильм женщины-музыканта, как подскажите мне, Андерсон, «Собачье сердце». «Собачье сердце». Уникальный, на мой взгляд, фильм. Каким образом он, значит, пропал в прокат? Очень много фильмов занимают на фестивалях призовые места. Он в Венеции получил свой приз. Вот. И вдруг выходит в прокат. Я, конечно же, за него ухватился. С огромным удовольствием показывал его в течение 3 месяцев. То есть все лето он шел у нас. Все лето, начиная с июня. И вот до 1 сентября «Собачье сердце» шло у нас в киноцентре «Родина». Ко мне приходили преподаватели из Института кино и телевидения петербургского нашего. Просили меня сделать копию для них, чтобы они могли показывать студентам, там, где-то на лекциях своих использовать, там, еще где-то. Показывать кому-то еще, своим коллегам. Я извинился, сказал, что я не могу, не имею права никакого. Вот. Тем более, даже если бы я переступил закон и начал это, значит, распространять таким копированием, я бы не смог этого сделать, поскольку фильм был, значит, на DCP, на DVD, значит, перегнать невозможно. Ну, это так, к слову. Вот. В общем, я к тому, что вот я недаром в качестве тезиса к своему выступлению, значит, написал, когда меня попросили организаторы этой встречи, ну, сказать что-то о своем выступлении. Я сказал, что, ну, в моем понимании, кинотеатр – это такой приемник, радиоприемник, который принимает трансляцию передатчиков, станций передатчиков. Если эти станции что-то, где-то их несколько, или одна, или две, три, много, стоп, передают что-то, он на уровне той или иной своей, там, своих качеств, своей избирательности может найти одну, вторую, третью, может быть, все 10 или 100 сразу. Но если этой трансляции от передатчиков нет, то никакой самый чувствительный приемник не сможет у себя принять того, чего в эфире нет. Я к тому, что дистрибьюторы, я не знаю, есть тут дистрибьюторы, не вижу, нет, наверное, их. И пока они не начнут приобретать права и выдвигать в прокат, выдавать в прокат, да, значит, эти релизы с неигровым кино, мы будем заниматься этими показами клубными, там, ивенты какие-то создавать, там, с музыкантами вместе там проецировать что-то там, или с какими-нибудь клоунами еще. И, конечно, должна быть государственная поддержка, государственная программа в этом отношении. До тех пор, пока государство не осознает, что неигровое кино серьезное необходимо для того, чтобы государство было настоящим, целостным, глубоким, чтобы оно состояло из грамотных, красивых, свободных, счастливых людей, до тех пор у нас будет вот такая ситуация с неигровым кино в прокате. Но я не отчаиваюсь, я смотрю, в общем-то, с оптимизмом в будущее. Я везде, где могу, заявляю громко о том, что киноцентр «Родина» является площадкой для неигрового кино. Всем авторам, продюсерам, там, компаниям. Громко и ясно. Приходите, не ждите, пока там кто-то купит ваше кино, там, да? Приносите его. Мы будем ставить его в прокат, не просто разово показывать, а будем ставить в прокат. Хотя у нас есть и программа, так сказать, киноклуба. По субботу мы показываем там классику игрового кино, по средам мы показываем неигровое кино. Тоже есть там определенная работа с программой. Я не буду сейчас углубляться в это, как, чего, где. Это все такие детальные вопросы, и об этом можно вообще отдельно с конференцию собирать. Вот. Но я обращаюсь ко всем. Все должны это знать. Мы открыты, мы готовы сотрудничать со всеми,
мы готовы показывать не игровое кино в огромном спектре. У него тоже много жанров. Приходите, приносите. Мы будем рады. Спасибо. Thank you very much. Nice to hear about an open cinema. I would like to ask, so at the moment in the film center, do you screen both international documentaries and Russian documentaries? Да, и отечественное кино, и международное, само собой, потому что в прокат выходит и международное, и зарубежное, не игровое, и как и отечественное. Вот, кстати, здесь Антон Мазуров, да? Он представляет компанию «Антипод». Два фильма, которые связаны были каким-то образом с Китаем. Там, по-моему, «Железная министерия», ваш фильм, да? И «Затерянный в Кантоне». Вот, считай, это два фильма, по-моему, там США оба производства, да? Вот. Ну, это совсем, не совсем из недавнего. Хотя, значит, «Затерянный в Кантоне» шведский, да. Вот, значит, две недели в прокате шел один фильм и четыре недели в прокате второй. Вот. Не скажу, что там он собирал полные залы, значит, но значит, всегда несколько человек были заинтересованы в том, чтобы это увидеть. И возможность такая у них была. Кстати, вот фильм, который тоже упоминался здесь в разговорах, Кольца, как они, Кольца мира, да? Кольца мира, Мирошниченко, Сергей Мирошниченко. Вот удивительно все-таки фильм, такой мощный фильм с огромными затраченными средствами, с техническими и всевозможными, да? Но вот не вызвал интереса почему-то у зрителя. Он шел у нас, я его держал, хоть договор был на две недели, но я пролонгировал, держал дольше, думал, все-таки раскачается зритель, придет, может быть, что-то увидит. Все-таки о спорте, о какой-то, о воле, о преодолении фильм. Такие, в общем-то, важные моменты в жизни человека любого. Вот не раскачался. Четыре недели я держал его на экране, зритель не пришел. Виктор Косаковский, боже мой, в свое время я, когда увидел на «Послание к человеку» его фильм «Тише», я был настолько очарован этой картиной. Я о ней рассказывал, я ее просто вот покадрово рассказывал друзьям, пока прямо вот что происходило, как книгу читал. И думал, боже, как же мне показать, как же мне Витю Косаковского, как же мне... Я потом с ним интервью сделал для радио, там много всего было. Вот. И спустя много-много времени уже, вот я в родине директор там, значит, программный, и выходит фильм Косаковского «Да здравствуют антиподы». Казалось бы, мощный фильм, где-то там такая аналогия с Готфриреджио, значит, там философский такой охват, насквозь землю протыкает, понимаешь, что с этой стороны, что с другой. Смотрит на людей, вглядывается, там замечательно, вот этот южноамериканский там у него был эпизод с этой семьей, которая там перевозчики через маленькую речку, которая то пересыхает, то разливается. Так это интересно наблюдать за жизнью этих людей. И Шанхай напротив, где там огромный там, какой-то пролив, значит, пересекает паромы, там, тысячи людей туда-сюда снуют. Ну, не вызвал большого ажиотажа он почему-то у зрителя не вызвал. Но месяц у нас скрутился. Месяц. Так что вот Виктору Косаковскому, ну не в чем меня упрекнуть. Я сделал все, что мог. Вот. Но я это говорю к тому, что не нужно ждать коммерческих результатов. Вот сколько людей говорило и выступало. Все получают государственную поддержку. Объединяются, страны объединяются. 9 стран, партнерское сообщество, вся Европа. Для того объединились, чтобы попросить денег у Евросоюза. Дайте, дали им денег. Они делают свои программы. Оказывается, у них проблема. Они теперь никому не могут друг друга мотивировать там чем. Мотивации нет у них. Деньги же уже получили, а мотивации нет. Задумайтесь. Вот другая компания, прекрасная компания, в одном городе, в Мальмё, еще где-то, концерты, выступления, тут же кино демонстрируют, весело, тусовка, пиво, там, значит, чипсы, супер.
Сборы – одна треть бюджета. Одна треть бюджета. А смысл? Да соберите вы в тихом зале, в тихом, спокойном, в темном зале людей, покажите им фильм о душе, о том, как она развивается, как она растет. И все. So, when you screen a documentary, you, how do you work with marketing? How do you work with targeting audiences? Or are you just, no, not just, but relying on that it's a great work? Вы имеете в виду, что никогда я снимаю, когда я показываю, когда демонстрирую, да? Вы имеете в виду? Yeah, how to attract the audience. Ну, во-первых, я понимаю, что наш кинотеатр находится в Санкт-Петербурге. Здесь все-таки всегда уважалось искусство и стремление к образованию. Неигровое кино составляет еще часть одного и другого. Быть образованным человеком и не знать неигрового кино нельзя. Вот. Это даже как-то не модно, не современно. Поэтому здесь сама жизнь как бы регулирует. Хотя, конечно же, у нас есть сайт, вот Павел Пчелкин показал, ну, у нас аналогичный сайт, то есть я мог бы сейчас включить вот здесь сайт Родины. Вы увидели те же, значит, да, программы, там игровое кино наше, ну, в основном артхаус мы стараемся, хотя там все бывает. Я все-таки стараюсь делать спектр широким, чтобы у зрителя был выбор. Я хочу дать зрителю выбор. Я хочу, чтобы он выбирал. Я не хочу его нагибать. Вот не хочу я его нагибать, за руки хватать, тащить, там, надевать на него наручники или приманивать его конфеты. Не хочу. Я хочу дать ему выбор широкий. Горизонт, распахнуть перед ним горизонт. Приходи. Хочешь комедию? Комедия. Хочешь порыдать? Вот тебе драма. Хочешь взбодриться? На тебе боевик. Я стараюсь, чтобы это было более-менее приличное из того, что предлагает прокат. Ну, в том числе и неигровое кино. Я хочу, чтобы это, оно было растворено в пространстве нашего киноцентра. Я думаю, что определенный сдвиг в этом уже есть. Конечно, реклама на билбордах, на наших, и в метро, и на самом кинотеатре, как и везде, есть плакаты. Сайт и наши как бы, социальные сети, Facebook, там ВКонтакте, у нас есть пресс-секретарь киноцентра, который занимается этим. Там есть какие-то группы, я туда даже не влезаю, честно вам скажу. У меня нет на это ни времени, ни сил. Вот. И я доверяю как бы, своей коллеге Кате. Если ей нужно что-то у меня спросить, уточнить, или как-то, если я понимаю, что мне нужно ее немножечко просветить, что ли, да, объяснить ей какие-то моменты, почему мы делаем так. Я тогда с ней веду какой-то разговор, пытаюсь добиться взаимопонимания, чтобы она понимала, как ей потом что-то писать, описывать о нас в сетях, на нашем сайте, потому что она это ведет. Меня на это уже не хватает, хотя сам я журналист, вот я мог бы все эти тексты писать, но у меня на это не хватает ни времени, ни сил. Are there any comments from the room? I would, Пользуйтесь поддержкой государства. Пользуетесь ли вы поддержкой государства? Ну, безусловно, мы же бюджетный государственный киноцентр. Понятно. То есть понятно, что даже если мы ничего не будем показывать, ну, как мы не совсем там, ну, все будут как бы работники получать какую-то там зарплату, вот такую. Вот. Но мы же выдаем бюджет ежемесячно там, от 2 миллионов рублей, а в год это выходит там, больше 20 миллионов. То есть мы-то, в общем, себя как бы окупаем, я думаю. Опять же, благодаря тому, что есть игровое кино, на котором, я понимаю, что вот пошел Вуди Аллен, и я на нем заработаю, в смысле коммерчески. Пускай он идет, но я могу взять в этот момент параллельно 3 документальных фильма. Они мне сейчас идут. 3 документальных фильма. Прокофьев, пути. Вот Севзап-студия, Севзап-кино Виктор Скубей принес в свое время, мы с ним еще весной встречались по этому поводу, фильм Володи Непевного об исчезнувшей экспедиции Гесла.
Это исторический такой, замечательное такое исследование об истории одной из удачных, успешных, но совершенно исчезнувших из сознания, из истории экспедиций. Это географическое открытие. Одно из последних географических открытий на Земле было совершено в 14 году в этой в имперской, в императорской тогда еще России. Но потом революция, гражданская война и весь ужас, который потом значит, возник, стер это все, поскольку участники, организаторы оказались по разные стороны баррикад. Кто за белых, кто за красных, кто за белых был уничтожен или погиб там, в эмиграции или еще где-то, остались единицы. Значит, память об этом выдающемся значит, открытии была стерта из памяти поколений. Вот недавно ребята наткнулись в архиве на колоссальное количество этих фотографий, которые были засняты в момент этой экспедиции, там сотни тысяч, колоссальнейшего качества. Это фотографии, по которым может камера панорамировать, по лицам ездить туда, отъезжать, приближаться. Понимаете, и вот фотофильм, вот сделан из этих фотографий архивных, ну, уникально, они просто погружают тебя, ты как будто вот на машине времени уезжаешь туда, на 100 лет назад. И вот там находишься. Не игровое, документальное, реальное кино о судьбах, не выдуманных, о судьбах, которые случились вот с одними из нас. Any other comments in the room? I would like to ask you, also working as a distributor, if you have any comments to the talk. Да нет, комментариев нет. Я помню Родину как площадку, которая в какой-то момент, я не знаю, с вашим участием или до вас, привела к тому, что лет 8 назад Петербург по сборам артхаусным обгонял Москву. Был странный феномен, там он 1.5 года так как-то, Питер приносил денег на артхаусных любых фильмов. А я говорю и не о игровом кино, потому что мне приходилось когда-то в России после 20-летнего перерыва выпускать в прокат и первый, неигровой фильм вообще, это был «Боулинг для Колумбины» Майкла Мура, и первый в прокат нашими руками был выпущен неигровой российский, это был «Манский», «Девственность». Поэтому главный конек Родины, то, что ценовая политика билетная, она все-таки привязана к каким-то ожиданием той аудитории, студенческой, интеллигентной, из двух частей, вот студенческой, интеллигентной, которая туда ходит. И на самом деле в других местах, в том числе местах, которые в России показывают артхаус, вот такой связи между ценой билета, принципиальной связи между ценой билета и таргетированной аудитории нету. И поэтому площадки, которые даже принципиально продолжают показывать артхаус годами, или какие-то ведут проекты на эту аудиторию, цены не снижают и теряют эту аудиторию потихонечку. А на фоне кризиса теряют ее тем быстрее. Вот, вот и весь комментарий, собственно говоря. Ну, совершенно верно. У нас очень демократические цены на билеты. Мы стараемся их держать, и даже какие-то вот наша администрация, там экономисты придумывают такие, как это теперь называется, маркетинговые ходы, наверное, да? Там, скажем, вот летом по понедельникам любой сеанс 100 рублей. Вот все лето по понедельникам. Любой, от утреннего до вечернего там позднего, 100 рублей. Вот. Знаете, да, работает, вот, работает. Сейчас даже осень началась, директор мне говорит: Алексей, давайте мы опять вот, применим как бы вот эту значит, политику нашу летнюю. Я говорю, так я давно вам говорю, давайте применять политику. Конечно, ради бога, только не запрещайте мне ставить неигровое кино, потому что у меня постоянно идут эти идеологические споры. А почему вы вот, у вас же вот этот фильм, ну смотрите, вот два человека вчера пришло, ну два, ну... Я говорю, ну, он же идет всего лишь там, 60 минут. Ну, уберем мы его. А что мы вместо него поставим? Все остальные фильмы 100, 120. Ничего другого мы на это место не поставим. Он стоит на своем месте. Пусть, говорю, стоит. Кто-то еще завтра придет, послезавтра. В общем, приходится вести очень дипломатичную такую работу с администрацией, потому что ну, она считает, что моя любовь к неигровому кино – это мой недостаток. Как бы я вообще неплохой человек. Вот такой неконфликтный, доброжелательный. Ну вот очень любит неигровое кино.
Поэтому мне приходится вести иногда такие даже бурные разговоры, дискуссии с директором. And how about, since you say for some of the documentaries you get two people in the room, so how about this idea of bringing an added value, an event, a discussion, a clown, something that would never happen at Rodina? Правильно, правильно. Вы говорите совершенно верно. Привлекать нужно. Если это разовый сеанс, один, скажем, там, вот, возникает, и на него нужно собрать какую-то аудиторию, да? Но если мне удалось его поставить в прокат, и да, я понимаю, что в понедельник на нем 2 человека, но в пятницу будет 10, а в субботу 15, в воскресенье 20. Но у них будет возможность прийти, если они не пришли, не смогли прийти. На тот разовый, единственный, работа, семья, климат, международная обстановка, санкции. И он испугался и не пришел на клоунов. Вот. А спустя неделю он успокоился, попил пивка, кофе, там, почитал книжку спокойную и пришел в воскресенье и попал, наверное, на фильм. Хотя, конечно, безусловно, для премьерных показов и игрового, и неигрового кино, если есть возможность пригласить авторов или людей, как-то связанных с этим показом, или авторов, там, не знаю, произведения, по которому там, значит, да, или вот кого-то из этой тусовки. Понятное дело, мы, если это возможно, приглашаем и даем возможность поговорить, представить фильм, после фильма провести обсуждение, либо прямо в зале со сцены, либо выйдя в холл, где можно посидеть там, в креслах и поговорить. То есть это, конечно, используется. И часто я даже об этом как бы, ну, не смешно даже об этом как говорить, это понятно само собой. Это понятно само собой. Thank you. Спасибо. And one comment here. Буквально 2 слова. Алексей скромничает, говоря о том, что там 1-2 человека на сеанс приходят. На самом деле бывает и больше значительно. И команда его работает над тем, чтобы на неигровое кино ходили. И ВКонтакте, и в других соцсетях Катя и другие помощники распространяют информацию об этом. И в том числе вот о тех средах, которые посвящены документальному кино в малом зале, тоже вот встреча моей группы будет через 2 недели, но уже Катя уже сейчас распространяет эту информацию. Так что это очень важно. И вот эти встречи по средам и показ документального кино в малом зале в Родине важен еще тем, что творческая группа, которая участвовала в создании этих фильмов, она имеет возможность пообщаться со зрителями, с друзьями. Да, это в основном те люди, которых сами же и пригласили. Но пообщаться и обсудить, понравилось, не понравилось, и вообще в каком векторе движемся, правильно или нет. Вот это громадное дело, которое Родина делает. Спасибо им. И у Павла такая же ситуация. Молодцы, конечно. Спасибо, спасибо. Any final comments from the audience? Then, or for you, я from хочу, you? Хочу единственное добавить, что все-таки вот все форматы, которые вот здесь были рассказаны в течение вчерашнего и сегодняшнего дня, они, по сути дела, присутствуют у нас. Все форматы вот этой работы со зрителем. Просто другое дело, что мы ни на одном из них, ну, не делаем акцент какой-то, да. Да, есть специальные показы, есть какой-то премьерный показ, вот группа приезжает, представляет картину с всем своим составом. И после этой премьеры идет ее прокат. Или, например, ни разу не бывавший в прокате фильм. И наконец он вдруг выходит, появилась возможность, значит, предлагаются права и хорошая восстановленная копия, и мы имеем возможность. Или какую-то восстановленную копию, которую удалось добыть в Госархиве, в Белых Столбах. Вот мы несколько фильмов показали, посвященных войне, ну, Великой Отечественной войне, я имею в виду, когда праздновали 75-летие Победы. И очень много людей приходит, понятное дело, вот на такие особенные ивенты, да, как вы их называете, эти события.
Разумеется, киноклубная, вот не даст соврать человек, который представляет киностудию, которая будет представлять не в следующую среду, а, наверное, через раз-два, через две среды, да, это где-то в середине октября. Вот у них будет презентация своих трех картин, представление фильмов и как бы концепции своей. Так что все это есть. Ничего нового нет, ничего, все, мы все в едином мире живем, и все, для нас доступно это все. Конечно, я понимаю, что вот я, да, это просто та сказка и то чудо, в котором я оказался, государственный кинотеатр в центре Петербурга, в двух шагах от Невского проспекта. Что еще нужно? Все, что ты хочешь, все туда ставь. Лишь бы были вот возможности туда поставить на экран. Там, где нужно права, права, чтобы были. Там, где нужно, чтобы был автор, автор, чтобы был. Все только вот в этом. По сути дела, мы всем этим пользуемся. Все это есть, зайдите на наш сайт, посмотрите, все что угодно. Огромный выбор. Огромный выбор кино для всех. Хотя официально мы до сих пор как бы называемся детский киноцентр. Детский киноцентр. Мы и в этом плане работаем. И с детьми. Там обращаются школы, колледжи. Разная, да, тематика, вот начиная там от работы с трудными какими-то вещами, вопросами вот психологии детей, да, и кончая просто какими-то профильными. Например, Вагановское училище, которое готовит этих балерунов, да, танцовщиков, танцовщиков, да, танцовщиц. Вот, они к нам регулярно как-то просят нам показать нам фильмы о балете. Ну, показываем, да. Почему нет? Я стараюсь что-то новое, то, что выходит. Конечно, привлечь очень маленьких там детей среди трудно. Сейчас не тот, как бы не та ситуация, потому что маленькие дети с родителями идут в торговые центры. Там многозальники, там развлечения, там покупки, кафе, рестораны, яркий свет, музыка. Шоу. Вот, да? А у нас классический кинотеатр. Архитектурный, определенный такой изыск. Притом это все в историческом центре, все под охраной ГИОПа, не дай бог там где-то гвоздь заколотить, не дай бог там что-то покрасить не тем цветом, не так, как это было там век назад. Нельзя. Вот. Поэтому мы работаем со взрослыми детьми. Я говорю, что мы давайте вот брать, опять же, директор говорит, да зачем вы взяли эту картину, кто на нее придет? 14+. Я говорю, ну, Ирина Адамовна, ну это же о первой любви. Ну это же всем понятно, это о первой любви кино. Ну как, ну вот мы уже неделю показываем, вот ну, там ходит вот по пять человек. Так я говорю, по пять человек узнают ежедневно о том, что у них происходит в сердце, в душе. Как им дальше быть, вот как эти отношения строить. Она, ну ладно, ну хорошо. Но через неделю у него опять там что-то, значит, сдвиг происходит какой-то, она смотрит там, значит, на результаты, на деньги, на эти цифры, нули какие-то, да? Ну что такое у нас уже вторую неделю, вот 14+. Ну что вы с ним церемонитесь? Снимаете его с проката? Я говорю, ну у нас, я начинаю тогда, ну у нас договор с прокатной компанией, я не могу снять, я еще должен вот еще неделю там отработать. Ну, в общем, вы представляете. Well, it do sound like a wonderful place. I have to visit next time I come to St. Petersburg. Thank you for the speech, and thank you and your invitation to come to you with films. And now it's time for lunch, and we'll meet back here again in approximately 1 hour. Thank you. Спасибо, спасибо. Я всех приглашаю в родину, всех. Просто хотя бы зайдите, посмотрите просто, что это такое. Это уникальное, одно из уникальных зданий.